Мир бэби-кап. Хотелось бы, чтобы какой-то достойный эквивалент вот на нашей российской почве все-таки появился. Хорошее дело. Ну, я думаю, что соревнования, те, которые уже проводились, они будут продолжаться, будут возникать новые. Проводится всероссийский турнир юных гимнасток, там девочки чуть-чуть постарше, а вот для совсем юных эти международные турниры наших звезд Алины Кабаевой и Амины Зариповой. Трехкратная чемпионка Эстонии перед вами Ирина Кикос. Ее композиция «Show Must Go On». Вы видите, программу гала-концерта продолжают уже участницы турнира серии Гран-при. Кикос заняла не очень высокое место в многоборье. Она выступала в отдельных видах, но также не вошла в шестерку сильнейших. Но, похоже, здесь она хочет реабилитироваться несколько. Тем не менее, она сильнейшая гимнастка своей страны. В турнирах серии Гран-при принимают участие чемпионки стран. Это условия участия в соревнованиях серии Гран-при и сильнейшие гимнастки. Даже юбка не мешает ей выполнять такие сложные элементы. Трехкратная чемпионка Эстонии Ирина Кикас с композицией «Show Must Go On». А наше шоу продолжает представительница еще одного нашего северного соседа,